оставит без надежды. Боже мой, сынок! Сынок, скажи мне, что мне делать с этим хозяйством, с ягодицами? Ходи на цыпочках, мама. Я целыми вечерами напролет так ходила, целыми по комнате на цыпочках. А надо еще бедра подобрать, подтянуть. А для этого специальное упражнение есть под названием «Лягушка». Я, и вы не смейтесь, я посмотрю, какая будет у вас походка завтра на улице. Кто-нибудь хочет попробовать? Это очень полезное упражнение тем, кому. Становитесь это упражнение. Посмотрите, когда вы сделаете его, у вас будет великолепная походка, осанка. Мы делаем, наклоняемся, ноги на ширину плеч, потом наклоняемся. Как лягушки. Делаем. И поднимаем. Так, можно квакать? Молодец. Можно квакать. А всякие, представляете, а всякие прогибания и растяжки. У меня даже условный рефлекс выработался. Я куда прихожу, например, в магазин и говорю, полкило сыра, пожалуйста. И пока мне взвешивают, я так раз, два. О, не спрашивай. Сеньора, вы где? А я здесь, ягодицы подбираю. Мой колбасник сразу за меня стал беспокоиться. Говорит, сеньора, зарешивает колбасу. О, как. Как у вас сегодня с ягодицами? А я ему, спасибо, сегодня лучше. В общем, похудела.